Пока одни анапчане достают с антресолей санки, другие посвящают утро выходного дня спорту. Накануне в зале 17-й школы собрались десятки детей и родителей. И нет, здесь не проходили соревнования и не шла тренировка перед турниром. Однако мероприятие было не менее важным для школьников. Судьи из Центра тестирования комплекса «Готов к труду и обороне» организовали площадку на базе школы, где все желающие смогли сдать ГТО. Наша школа вообще большое внимание уделяет спорту и вообще здоровому образу жизни. Активно дети занимаются в секциях. У нас здесь и дзюдо, и баскетбол, волейбол будем практиковать, водить на следующий год. Танцы занимаются, шахматы. Я думаю, у нас разносторонние дети. Яркий тому пример – Милана. Школьница и станцевать на сцене сможет, и положить противника на лопатки. Ее хобби – дзюдо и хореография. Нормы ГТО Милана сдала в первых рядах, как признается сама спортсменка, из любопытства. Можно проверить, сколько ты прыгаешь. Челночный бег свой можешь проверять, сколько ты минуту делаешь, сколько ты сколько ты отжимаешься, подтягиваешься, делаешь пресс. Можно узнать больше о себе, чтобы мой организм был в норме, ничего у меня не болело. Если я буду лежать только, я когда буду вставать, у меня будет все болеть. Перед началом учебного года специалисты центра тестирования составили график выездов школы. Судьи посетят все общеобразовательные учреждения курорта, где ученики смогут сдать нормативы по челночному бегу, прыжкам в длину, прессу и другим дисциплинам. С каждым годом Анапа наращивает темпы, все большее количество детей и взрослых принимает участие. Уже мы находимся из всех муниципалитетов во втором десятке 44, а были одни из последних. Это говорит о наших успехах, что больше желающих детей и взрослых принять участие. Судьи рекомендуют сдавать ГТО всем школьникам. Это позволит не только укрепить здоровье, но и получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ, если нормативы удалось сдать на золото. Антон Чистяков, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.